Мы опять забрели в зверинец. Откуда-то сверху. Мы не поняли. Приветствуются пёсики. Маленькие моськи. Ой, какой разговорчивый. На втором этаже. Залазит и вылазит из своего окошка специального. Что кричишь-то там в одиночестве? Отдыхают пушистики. Обогреватель у них. А то, наверное, совсем фана. Рыбешки. Птичий рай. О, какой необычный расцветка. Местная хранительница птиц. Вот наша мечта. Что, давай? Он взросленький, по-моему, уже. Мираба. А как тебе? Как дела? Наслушан? Сиамского котика хотела поближе заснять. Ты сиамский? Сидят. Две мордашки. А, наверху еще. Ой, что-то как-то с глазками не очень. Мартышки разыгрались. А эти чистую клеточку помыли, заменили. Маленькие. Пушистик и лысик. Наверное, клетку буду чистить. Пересаживают. Баловники. Какие беленькие вдвоем. В общем, я так поняла, рассортировали по окрасу. Даже не знаю, что за порода. Привлек внимание, чтобы повернулись ко мне. Собачка с хозяином молоденькая. Ну кто это, питбуль или кто? Или стаффордширский терьер? Ну кто-то из этой оперы. А тут малыши отдыхают, сбились в кучку. А здесь даже есть хаски. Как тебе будет летом-то здесь? А, божешки мои. Ну и тебе привет. Ага, голубоглазый. Да, поговорить хочешь, Ой, кошенята. Это худенький. А здесь тоже сиамская. Какая мозаика из камней красивая. Камни причем ребром вот так выставлены. Красота достаточно большая. Диаметр 5 метров. Уличный музыкант повстречался нам. Играет мужчина. Мешки ему кидают.
В общем, сейчас пыталась что-то вещать и показать, и камера не сработала, так как руки холодные. Заметили мы, что люди, в основном более старшего поколения, у них нет зимней одежды. Вот эта вся улица прогулочная, где не ходит транспорт, а только магазинчики, которые ведет к старому городу, называется, если я правильно говорю, Ишеклар. Так вот, у людей более старшего поколения нет зимней одежды. Мы видели несколько тетушек, таких бабушек турецких, которые просто одеты в 2-3 кофты. И все. А мужчины в пиджаках и шарфы намотаны на шею. А сегодня-то реально холодно. Даже нам. Переходим. О, ветер какой холоднючий! Спасает только солнце. Ну вот в кофточках идут и все. Мы уже дома. Нагулялись, долго мы пешком, много ходили, довольные. Солнышко нагрело террасу. Будем сейчас обедать. И сюрприз что-то вам покажу. Пока мы гуляли, наслаждались прогулкой, погодой, не только приходили турецкие сваты и оставили нам вот такие подарки. Подарили нам 2 пледа. Итак, та-дам! Этот, я полагаю, можно кровать вполне застилать. А то у нас нечем. Хотя дома у меня есть в России есть подходящее у меня покрывало. Но оно не здесь. Может, привезу, может, нет. Вот. И вот такой вот плед. Сейчас я разверну, а то шуршать. Вот такой вот. Он огромный. Отлично подходит к террасе. Вот. Ни ближе, ни дальше. Не вижу. Хотела. Из чего тут это вот все сделано? Что в составе? Но, к сожалению, ничего не вижу. Маден Туркия. Отлично. Подойдет и очень нужен. Спасибо большое. Обязательно передадим им. Мы довольные. Купили мы еще вот такой вот донер. Я показывала до этого, покупали говяжий, а теперь куриный. Вечером сделаем себе шаурму на ужин домашнюю. 200 грамм тут стоит 13 лир, да? 12,90. 13 лир. Ну, вечером покажу. Итак, приступаю к ужину, к шаурме. Вот эту штуку мы купили. Вот так это все выглядит. Сейчас кладу все это на сковородку, чтобы подогреть. Лаваш вот такой мы купили. Там 12 штук. Стоит 13 лир почти. То есть 12,90. Возможно, он немного толстоват. Ну, в общем, какой встретили в магазине, тот и купили. Итак, на лавашек я положила горячее мяско. Сверху кепчунес, затем маринованный лучок, я его замариновала вот в уксусе виноградном, он 3,5 что ли процента всего лишь. Ну и сверху огурчик, помидорчик я, ну где фокус-покус, мелко порезала, и зелень укропа. Заворачиваю, ну и все, на сухую сковородку. Под крышку. Потом переверну. Ну все. Мой шедевр в виде шаурмы готов. Нам приятного аппетита. А с вами мы увидимся в следующем видео.